racism. Without warning, you know? Без предупреждения. Как свалить из рашки? Берешь и валишь оттуда, если тебе так хочется. Делаешь визу и уезжаешь. Стоит сниппеты ждать. Нет, сниппетов больше не будет. И так, я считаю, достаточно 3 сниппета. Я знаю, что вам нравится, когда я выкладываю сниппеты, но пока не буду этого делать. Как-то так. Я ни на кого не... Ничего не говорю ни про кого, ребят, уже давно. Пора уже заметить это. Мне не интересно, что там, как, у кого. Если честно. Когда... На Вутанг или Буткэмп? Клип на какой? Да, будет клип, мы готовим клип, просто его не очень сложно снять в другой стране, потому что совсем другие как бы реалии и возможности. Но мы постараемся сделать и осуществить в жизнь то, что я задумал. Будет, конечно, сложновато, но мы сделаем это. Ребята, не задавайте вопросы, что я думаю о том, о сём. Мне, честно скажу, мне интересно вообще. У каждого своя жизнь, каждый занимается своими делами. И надеюсь, что у всех все хорошо и парни идут к успеху. What's up, bro? Maybe soon we're gonna meet each other, cause like last 2 months and I got the papers. Bro, fucking 6 years like in jail. I'm tired, but soon I hit the Europe. For sure. Хорошо выглядишь, перестал долбить, женщина запрещает. Я не перестал долбить, я просто делаю это очень выборочно, так скажем. Не так много, как раньше. Как-то так. Когда в Россию, ребят, вам не надоело этот вопрос задавать, реально, уже 6 лет прошло. Могу сказать, скоро, очень-очень скоро, уже все документы уже в процессе, и они уже так долго в процессе, что я заебался, если честно. Но это Испания, тут все долго, так что я ничему не удивляюсь. Скоро Украина, Прага, Таллин, Рига, Вильнюс. Такие города. Израиль с радостью, правда, я не знаю, насколько широка там публика, кто пойдет на меня, не уверен. С Дензел Кьюри и с Тори Лейнсом треки лежат, я пока не буду их дропать в сеть. Это как Secret Weapon. Secret Weapon.
То есть я в любой момент могу выложить, если честно. У Дензела сейчас готовится какой-то очень интересный проект с Joey Badass. Мне очень интересно посмотреть, что они там придумали. Батл, не батл, или просто музыка. Я так и не понял, что будет, но мне очень интересно посмотреть. Привет, Рус. Как ты, брат? Пришли в себя после дня рождения? Старейшина. Вот. И, естественно, хочется увидеть ребят, своих там фанатов, не фанатов, там просто ребят, пообщаться с ними, может, что-то рассказать им интересное. И просто показать, как делается хорошая музыка, и все. Насчет Влада, все спрашивают меня про Юэйкида. Юэйкид сейчас в свободном плавании, и мы пожелаем ему удачи и творческих успехов, так сказать. Он пока сам по себе. Жду от него какой-то музыки хорошей. Надеюсь, у него все хорошо. Пока, пишет парень, показывай свои роликсы, Лер. Что мне ответить на это? Сходи в магазин, посмотри. You ride on skateboard? Yeah, sometimes. Sometimes I do that. Что с прической? Давно так прикольно. Да, просто чуть-чуть надоело, когда дреды все в лицо лезут. Я иногда и хожу и с опущенными дредами, но не так часто. И насчет там, мне много пишут ребят в директ, чтобы я им там ответил. И, ребят, я в последнее время просто не успеваю даже читать то, что вы мне пишете, но все равно это еще делаю. То есть все-таки интересно, да? Любопытство такая штука. Еще добра не доводило, на самом деле. Как тебе грустная песня? Что это такое? У Тейпа классный последний трек. Мне понравилось, как он с руки вверх сделал. Молодец. Это вообще классная идея, на самом деле. Такой, типа, как это сказать, способ, на самом деле, неплохой сделать хороший трек. То есть у меня, еще там в 2000 каком-то, я не помню, году, когда Russian Most Wanted вышел, я взял строчки из песни «Мумитроль». И это, ну, был классный трек вообще, все было супер. Он стрельнул. Ну, Тейп еще дальше пошел, сделал с руки вверх, молодец. Ну, понятно, что они там договорились как-то, наверное.
потому что я не договаривался, я просто сделал, и мне не кидали там никаких страйков и так далее. Вот. Я думаю, что я сделаю... У меня следующая идея сделать чуть по-другому это все обернуть. Интересно, что получится. Не слушай грустную песню. Пацаны, вы все мне пишете, что такое... Я не знаю, что такое грустная песня, я не слышал. Что это такое? Давай почаще стрима, мы скучаем. Ребят, не всегда получается стриминги делать. Ко мне кто-то пришел, интересно, кто? Сейчас посмотрим. Я. Си, сертификат ДК? Си, сою. Какой-то... Что пришло, не знаю, что. Легавые пришли? Не думаю. Надеюсь, что нет. Это новый релиз. Скоро, пацаны. Скоро. Просто скоро. Ладно, хоть русский не забыл. Нет, ты что, как можно такой язык красивый забыть? Это невозможно. Чика Текьеро Эрес Бонита. Ну, блин, пацаны, я смотрю, вы знаете испанский язык тут. Молодцы. Молодцы. Клип «Где за 19-й год?» Привет, Никита. Как ты, брат? Когда уже? Когда мы уже начнем работу? Я не понимаю. Как ты думаешь, кто выстрелит в 2020 году? Не знаю. Очень хочу увидеть каких-нибудь новых игроков сильных. Будет круто. Всегда же интересно. Когда последний раз курил? Вчера. Вчера. Тома. Так. Что там на улице? На улице кайф, пацаны. Вон дети там в школе. Это тоже школа. Прикиньте, в такой школе учиться вообще. Кайф. Хогвартс.
Ладно, ребята, я вам желаю хорошей недели, обнимаю вас. Всего вам хорошего.